Александра Викторовна! Здрасте. А я вот решил по-соседски заглянуть, так сказать, чайку выпить, обсудить наш вопрос, ну, в неформальной обстановке. Владимир Петрович, да нечего нам обсуждать. Дача моя не продается. А вы не торопитесь, Александра Викторовна. Я же не с пустыми руками. И потом сумму, которую я ранее предлагал, я увеличиваю в 3 раза. Документы готовы, вот нотариус, осталось только подписать. Фантастическая наглость. Ну что ж ты будешь делать, а? Это я милицию сейчас вызову. Это что такое, а? Леша. Я приехал в отпуск на 2 недели. Думал, ты по мне скучаешь. А это что? Выброси. Не страшно. Осторожно. Осторожно. Нет. Ну как тебе это нравится, а? Все понимаю. Место тут хлебное. Море рядом, инфраструктура прекрасная. Ну, это уже Капко, черт бы его подрал. Планы-то грандиозные. Гостиница 5 звезд. Со своим огороженным пляжем, с аквапарком, с рестораном, с водными лыжами и с пейнтболом. Глобальненько. Не то слово. Он уже половину поселка к рукам прибрал. Кого купил, кого запугал. Но я ему сразу сказала, мою дачу он не получит. Видишь, какой упертый оказался. Ладно, сейчас придет я ему. Что? Неужели дуэль? Ну, почему я... И все. Ладно, ограничусь профилактической беседой. Все. Хватит уже об этом Капков. Капков, Капков, Капков. Ну, что такое? Ну, налей мне лучше. Уже делается. А у меня весь огород в дыму. И домой я не могу зайти, там дышать нечем. Доброй ночи, Вера Ильинична. Вот именно. Ночь на дворе, ночь. А я не могу лечь спать, потому что вот не ровен час вы тут пожар устроите. Ну какой пожар? Какой? Ну, сейчас потушим все. Доделаем шашлык и все потушим. Хорошо. Хотите? Издеваешься? Нет. А ты знаешь, что у меня вот коронки все повылетят? Эх! Интеллигенция. Так и живем. Ну ладно, разберемся. Не, погоди-ка. Дай-ка сюда. Вот. У меня ножичек есть дома. Держите, угощайтесь. Пошинкуйте аккуратненько, и все. Ну да. Ого, доброй ночи. Доброй ночи. Знаешь, чего хочу больше всего на свете сейчас? Чего? Забежать от этих соседей. Прямо сейчас? Давай. Да. Ты, я, солнце, море, песок. Прекрасно. Палатка. Слушай, на объективность твоей картины нам вот сейчас не хватает только солнца. Я так понимаю, романтика все не отменяется. Давай завтра решим. Давай. Ой, стой, держи, 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 держи!
Наденька, Наденька, бедная девочка. То есть вы опознаете труп? Да, Валерий? Я из местной газеты. У меня задание сделать репортаж о преступлении. У нас понимаете? У всех тут задание. Отойдите за ограждение. Иваныч, как думаешь, утонула и помогли? Конкретно пока сказать ничего тебе не могу. У нее голова пробита. Можете грузить. Возить. Так, еще раз для протокола. Когда вы увидели тело? Ну, где-то полчаса назад. Мы вышли вот здесь. Искупаться, глядим. Да, тут вот этот молодой человек, он там, он в воде. Что-то с Надей делает. Что конкретно он делал? Тащил, вроде бы тащил. Вот, и мне еще показалось, что, ну, развлекается молодежь. А потом я смотрю, а девушка-то вроде мертва. Ну, мы сразу полицию вызвали. Спасибо. Через час в отделении, пока свободно. А вы, гражданин? Алексей Леонидов. А вы, гражданин Леонидов, задержаны по подозрению в убийстве. А вам не кажется странным, если убийца вытаскивает труп из воды? Разберемся. Жалко девочку. Я ее вчера вечером видела, она шла в сторону моря. Она мне еще рукой махнула. При свете фонарей у нее на руке браслетик такой, помнишь, был у нее в виде змейки? Помню. Красивенький такой. Да. Дорогой, наверное. Наверное. Ага. Вам что? Буханку хлеба. Бедная Надюха. У какого изверга рука поднялась? У какого? У Капкова. Это ж она собирала подписи против его проекта. Ему это не понравилось. Вот он и порешил ее. Ой, слушай, точно. Я же сама видела, как они ругались, когда она пикет устраивала. Ну так он ее, наверное. А я слышал, приезжего какого-то взяли. Да, я видел своими глазами. Леонидов фамилия. Что? Как? Что вы тут городите вообще все, а? Алексей, между прочим, сам следователь, и вообще он не мог. Это недоразумение какое-то. За что купил? Там свидетели имеются. Хочешь, я тебе фотки с места задержания покажу? Нет, не хочу. Спасибо. Итак, экспертиза установлена, что смерть Тереховой наступила между полуночью и часом ночи. Где вы были в это время? Здесь, в Сосновке, на даче Александра Заневской. Это может кто-нибудь подтвердить? Да, Саша может подтвердить. Она вам кто? Друг. Ясно, но боюсь, что показания вашего друга женского пола я всерьез принять не могу. Кто-нибудь еще может подтвердить ваше алиби? Да, соседка. Вера Ильинична? О! Она самая! Оперуполномоченный капитан Гладышев. Вот мое удостоверение. Какое удостоверение? Ну, слушаю. Когда вы в последний раз видели гражданина Леонидова? Это Сашкина хахаль, что ли? Судя по всему. Так вчера ночью видела. Они тут до утра, значит, гуляли. Шашлыками дымили. И чуть пожар не сделали. А поточнее, вы не могли бы сказать, со скольки и до скольки они дымили? До часу ночи. Не, до двух. Спасибо, Вера Ильинична. Ай, всегда рада помочь. Погоди-ка. Это он нашу Надю порешил, а? А вот это мы сейчас устанавливаем. Кто же ее порешил? Алексей Алексеевич, вы же понимаете, мы должны были удостовериться, так сказать. Понимаю. Есть у вас уже какие-нибудь версии? Да, собственно, только одна. Смерть по неосторожности. Постойте, а как же кровопотек на затылке? Ну, по показаниям свидетелей, Терехова часто прыгала с волнореза в воду. Эксперт сделал вывод, что кровопотек мог возникнуть вследствие удара головой о камни на дне. На затылке? Сомневаюсь. Ну, это ваше право. Но следствие, слава богу, здесь веду я. И у меня версия такая, что Терехова утонула сама, без посторонней помощи. Спасибо. Барышев. Здоров. Как отпуск? Серёнь, здесь убийство произошло. В общем, Терехова Надежда Андреевна. Местный следак говорит, что она сама утонула. Я в это не очень верю.
Считаю, что это убийство. Поехать к любимой женщине, чтобы затеять расследование? Тебя Александр еще не выгнал, нет? Не надейся. Ладно, говори, чем могу помочь. Леша. Лешка! Леша! Тише. Вот его трубки берешь. Слушай, я просто... Ты не представляешь, что тут было. Тут просто дурном творится. Я извелась. Тише. Яблок хочешь? Нет, они кислые. Что они говорят? Они считают, что она сама утонула. Бред. Угу. Нет. Нет, это... Этого быть не может. Послушай, я точно знаю, Надя прекрасно плавала. Весь поселок с утра гудит просто, и все говорят только одно, что Надю убили. У них уже и подозреваемый есть. Подозреваемый. Уже обвиняемый есть. Все говорят про Капкова. Ну, с другой стороны, это логично. Надя была главной активисткой у нас против этого его вип-отеля. Она, знаешь, и в газеты писала, и на телевидении выступала, и я тебе скажу, что там были такие эпитеты, что... Любой бы оскорбился. В выражениях она не стеснялась. А газета у тебя это осталась? Что? Газета у тебя это осталась, я почитал статью. А, да, наверное. Сейчас принесу. Что? Что? Леш! Ну ты есть, ты идешь, стынет все. Угу. Слушай, откуда ты узнала? Ну что, весь поселок обвиняет Капкова в убийстве Терехова. Леша, это Сосновка, она маленькая. Здесь все новости узнаются в магазине. Народные вечи? Вечи, пресса и телестанция. Пойдем. Ну хорошо, ну хоть кто-нибудь что-нибудь слышал? Да ничего они не слышали. Ну вроде как соседка видела, как Надя вчера купаться шла на море. Обсуждали, что браслет у нее какой-то мелькнул на руке. Браслет? Не было браслета. Ты уверен? Абсолютно. Может, слетела, когда плавать пошла. Ладно, теперь-то что? Пойдем. Итак, что у нас есть? Красивые молодые женщины, которые явно помогли утонуть. И местный бизнесмен, которого все ненавидят и считают, что он ее убил. Чего не хватает? Деталей. Здрасте. Здрасте. Чего хотели? А, водичка вон там, вот, 0,5, без газа. Что-то у вас... Подождите. Народу мало. Так к 11 хлеб привозят. К этому времени все и соберутся с поселка. Сколько с меня? Ой, ну бросьте вы. Ну, я слыхала, вы следователь. И что думаете? Что там с нашей Наденькой? Кто ее? Следователь, который ведет отдел, говорит, что Наденька сама утонула. А я здесь человек новый, никого не знаю. Так что? 40 рублей с вас. Сейчас. Скажите, а отель здесь строится в какой стране? Сдачу возьмите? Туда. А, спасибо. Туда. Спасибо. Чего тебе? Здрасте. Я хотел узнать, поговорить можно с вашим хозяином Капковым? Нету хозяина. И сам не работает, и другим не дает. Второй день народ из-за него в простое. Угу. Угу. Понятно. А с этим народом-то можно поговорить? Нет.
что? Больно? Ну, извините, перестарались мы, орлы. Попроси, дураки. Ну, ладно, давай-ка я помогу. Давай, вставайте. Вот, хорошо. Вот так. Пойдем в дом. Пойдем, пойдем. Вот, хорошо. Садитесь, я вам все объясню. Вы за мной следили, как я понимаю? Ну, особо за вами следить не надо было. Вы сами на наш объект заявились. Вы оказались в плену деревенских сплетен. Вы под меня копаете? И, насколько я понимаю, с нулевым результатом. А я про вас тоже очень много нарыл. Самое главное, что вы опытный следак. Не то, что наш мест. Мне как раз такое нужен. Зачем? Расследовать убийство Нади Тереховой. Что, удивлены? Наслышаны о нашем конфликте. Как вам не стыдно так подло с людьми поступать? Гнать с насиженных мест, отнимать имущество. Кем вы себя взомнили? Послушайте, Надежда, давайте вы не будете кричать на весь поселок. Зайдем в дом и спокойно поговорим. Купить меня хотите? Так я не продаюсь. Ну, я вам еще ничего не предлагал. Идем, поговорим. Или вы боитесь? Надя активно выступала против строительства моей гостиницы. Бросалась на меня, как на амбразуру. Такой напор. Я даже немножко струхнул. Пытался договориться, припугнуть. Нравится? У вас неплохой вкус. Во всяком случае, в живописи. Спасибо. Удивлены, что я не являюсь таким невежественным монстром, каким вы меня себе представляете в своих пасквилях. С чего бы вдруг? А человек судит по делам, а не потому, что он у себя на стенах развесил. На людей-то вам наплевать. Но вы же меня совершенно не знаете. На самом деле, у нас много общего. Да что? Например? Первое – живопись. Второе – мы оба с вами перфекционисты. В жизни всего добились сами. Селфмейд, так сказать. Шпионили за мной? Много накопали. Окончили мархи, работали менеджером в российском предприятии крупной западной фирмы. Специализация – дизайн, архитектура. Квартиру взяли в ипотеку. Не продолжайте. Надеюсь, в постель ко мне не лазили. Ну вот. Опять вы меня путаете с абсолютно другим человеком. Да что вы говорите? Слушайте, я прекрасно понимаю разницу между нами. Конечно, я подлец и быдло. Добиваюсь цели любыми способами. А вы честная, чистая, из профессорской семьи. И очень красивая. Так, стоп. Вы что, пытаетесь меня обаять? Ну, как говорится, разноименные полюса притягиваются. Да, оказалось, что у нас действительно много общего. Я на самом деле не понимаю, за что она меня полюбила. Ну, явно, что не за денег. В общем, мы стали встречаться. Естественно, мы скрывали свои отношения, и Сосновки об этом никто не знал. Очень романтическая история. Сомневаетесь? Зря. Простите. Просто теперь, когда Нади нет, жизнь потеряла смысл. Единственное, что я хочу сделать, это найти убийцу.
Так как нашим следствию удобна версия, что Надя утонула сама. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Так. Скажите, правильно я понимаю? Надя до последнего участвовала в кампании против строительства вашего парк-отеля. Так? Да, вот такая странная штука. Любовь любовью, а убеждение убеждение. Я пытался найти компромисс. Если ты не прекратишь запугивать людей и отбирать у них участки... Да послушай, не кипятись. Во-первых, я не буду никого запугивать. Все участки я буду покупать по договоренности. Во-вторых, большую часть доходов с этого комплекса я буду тратить на благотворительность. И в-третьих, ну ты же сама классный архитектор. Сколько можно работать на дядю, на этого бездельника Веденского? Ты и про это знаешь. Извини. Просто я хочу, чтобы ты открыла свое архитектурное бюро. Ты пытаешься меня купить. Послушай. Просто я хочу сделать свою женщину счастливой. А потом я попросил ее руки, и она согласилась. Даже перестала прессовать мою стройку. Мы быстро открыли ее бюро, и все ее сослуживцы, которые работали на этот дурака Веденского, слезно попросились к ней. Она их взяла. А потом клиентура Веденского подтянулась. А Веденский что? Был в ярости. Угрожал. Как думаете, мог Веденский убить Надю? Вряд ли. Трусоват. Может быть, кто-то узнал, что у вас роман с Надей и решил отомстить? У вас есть враги? Вы же знаете, меня вся Сосновка ненавидит. Я правильно понимаю, вы беретесь за расследование? Берусь. Насчет гонорара не беспокойтесь. Я хорошо заплачу, но у меня к вам просьба. Когда найдете убийцу, не сдавайте его полиции. Я бы хотел с ним лично пообщаться. Исключено. Я категорически против самосуда. Да и гонорар мне ваш не нужен. Ладно, вы сначала найдите, потом разберемся. Вот вам мой прямой телефон, если что, звоните. Ну, надеюсь, у вас все получится. Олег вас подбросит. Олег? Мой водитель. Здрасте. Ваш. Обронили в прошлой поездке. О! А я думаю, куда он делся? Адрес, как я понимаю, вам говорить не нужно. Я в порядке. Все со мной хорошо. Спокойно. Спокойно. Все. Спокойно. Здорово. Ты уже приехал? Быстро, как скорую помощь. Ну, конечно. Ты-то трубки не берешь? Сань, я сначала не мог позвонить, а потом у меня сел телефон. Сань, как? Нормально. Слушай, давайте я быстро в душ, а потом поговорим. Хорошо? Ты узнал? Обижаешь. Значит, до недавнего времени Терехова числится в дизайнерском бюро... Веденского. Капков рассказал. Кстати, надо этого Веденского проверить на алиби. Согласен. Ну, кстати, мотив-то серьезный. Если бы у меня увели клиентов и сотрудников, я бы тоже. Слушай, это вкусно. Это не хуже Анютиных. Вот. И это уже комплимент. Да ешь на здоровье. А я все не могу поверить, что Надя и Капков были парой. Ну, слушай, Капков даже сделал предложение Наде. И Надя согласилась. Секундочку. А согласно вот этому документику, Тихонова Надежда Андреевна является женой Суворина Игоря Михайловича. Давай.
Ничего себе. Вот это действительно интересно. Угу. Потому что Капков в нашем разговоре мне об этом вообще ничего не сказал. Да даже я не знала, что Надя была замужем. Она не сильно любила распространяться о себе. Ты кто вообще такой этот Суворин? Может, фотография есть у кого-нибудь? Секунду. Нашли его фото в соцсетях. Слушайте, я видела этого человека. Я как раз шла из магазина, он шел по улице. Санечка, а когда это было? 2 дня назад. В тот день, когда убили Надю. Послушайте, так это он. У тебя есть телефон Суворина? Да, слушай, у меня тут полная информация. И домашний адрес, и номер машины, и все. Отлично. Так еще получается, у нас 2 подозреваемых? Или 3. Потому что мне очень интересно, почему Капков не рассказал про бывшего мужа Нади. И надо проверить, нет ли связи между Капковым и Сувориным. Доброе утро! Ого, что это у нас за праздник такой, а? Ранний завтрак? Ну, вернешься ты неизвестно когда. Я тебе все сделала с собой. Кофе выпьешь по дороге в город. Стой, я же тебе об этом не говорил. Я только подумал об этом. А я мысли твои читаю. Что ты говоришь? Ладно, давай еще раз попробуем. О чем я сейчас думаю? Угадала. Было несложно. Ладно, давай, ушел. Это я возьму с собой? Угу. Пока. Никого. А когда вы видели его последний раз? 2 дня назад заходил, ключи мне оставил, чтобы за цветами ухаживала. Сказал, уехал по делам. Спасибо. Здрасте. 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 Ну, рассказывайте. Нет уж, лучше вы рассказывайте, Владимир Петрович. Например, о том, как вы собрались жениться на Наде. Причем о том, что она была официально замужем за Игорем Михайловичем Сувориным. О последнем разговоре вы даже не упомянули об этом. У меня складывается ощущение, что вы мне... Что я вас обманул? По поводу нас с Надей. В тот день, когда Надю убили, он был в Сосновке. Я с ним практически обо всем договорился. Он не хотел Наде развод давать. Грозился по судам ее затаскать. Как вам удалось его убедить? Деньгами, как еще. Он, знаете, такой проныра. Мать родную продаст, не то что жену, с которой фактически полгода как в разводе. Последние 2 дня он куда-то пропал. Вы уверены в том, что они при чем? Если бы он имел отношение к убийству, вы бы мне не понадобились, сам бы справился. Я как о смерти Нади узнал, сразу к нему отправил свою собственную службу безопасности. Он дома был. Соседка подтвердила, что ночью никуда не ходил. А где он сейчас? Может быть, ваша служба безопасности знает? Я не могу до него дозвониться. Я тоже не могу дозвониться. Оставил он сообщение на автоответчик. Завтра похороны, а он официально
единственный близкий родственник. У Нади родных больше нет. Похоронами вы занимаетесь? Ну, а кто еще? Я. С полицией договорился. Соседям в Сосновку и в город тоже сообщил. И сослуживцам на работу. Вы тоже приходите завтра. Да, обязательно приду. Приду. Что ж, ладно, спасибо. До свидания. Привет, читатель. Привет. Ну ты как? Ну так. Ты как? Что на этот раз сказал Капков? Представляешь, Капков заплатил денег Суворину за развод. Господи, мир сошел с ума. Слушай, вспомнила. Чего? К тебе сегодня приходил какой-то молодой человек. Что хотел? Здравствуйте. Я к вашему... Ну, мужчина у вас остановился. Алексей. Ага. Угу. Только его нет сейчас, он в город уехал. Тогда передайте ему, чтобы ко мне после зашел. Я здесь недалеко живу. Вот мой... адрес. У меня есть информация, которая может его заинтересовать по поводу убийства Надежды Тереховой. Ну, хорошо. Простите, а как вас... Шаповалов. Юрий Шаповалов. Угу. Ну, хорошо, я передам. Оставила адрес. Ага. Кто-то из мест? Не знаю. Может быть, он здесь недавно, я его только пару раз в магазине видела. Интересно. Проходите. Хотите чаю или... Ну, воды могу предложить. Ничего крепче не пью. Нет, спасибо. Вы хотели со мной поговорить? Я видел машину Капкова у дома Надежды 2 недели назад. Было слышно, как в доме они ругались друг на друга. Я так понимаю, что он приезжал либо подкупить ее, или запугать. Так что наверняка это он ее после этого убил. Послушайте, вы вообще в курсе, что у Нади с Капковым был роман? Они даже хотели пожениться. Это он вам сказал? Ну, врет же. Я слышал, как они очень сильно ссорились. Капков на нее орал. Такое ощущение было, что сейчас ударит. Ну, не ударил же. Он ударил. Только потом, камнем по голове, убил и утопил, и теперь разгуливает на свободе. Откуда вы знаете про камень? Так, так все говорят, вот я и подумал. Угу. Что же вы об этом следствии ничего не сказали? Официальные следствия дураки. А следователи что, им лишь бы дело поскорее закрыть. А Капков аж все врет. Такая чистая душа, как Надя, никогда бы не стала связываться с этим уродом. Вот же, вот, смотрите сами. Капков совершенно беспринципный и наглый человек. Видите? Ну какая тут любовь? Она же его ненавидит, это же очевидно. Он ради своего безумного проекта и ради денег готов идти по головам. Но у него ничего не выйдет, если мы, конечно, будем действовать сообща. Теперь вы мне верите? Значит что, давайте-ка я досмотрю. Принесите мне, пожалуйста, водички. Да-да, конечно. Вместе мы его остановим. И никакие связи, никакие взятки ему не помогут.
Поэтому я обращаюсь ко всем сосновцам. Не бойтесь Капкова. Не дайте себя запугать. И не поддавайтесь ни на какие провокации. Вот вам вода. Спасибо. Ну что, убедились, что Капков водит вас за нос? Не исключено. Капков должен быть наказан. Если что, вы можете на меня полностью рассчитывать. Послушайте, а вас с Надей что-то связывает? Почему вы так хотите, чтобы убийцу наказали? Зло должно быть наказано. Итак, на сегодняшний день у нас аж 4 подозреваемых. Бывший начальник Веденский, бывший муж Суворин, которого никто не может найти, и неважно, что там выяснили про алиби бойцы Капкова, ну и непонятный Шаповалов. Ах, да, еще сам Капков. Хотя тогда непонятно, зачем он меня привлек. Все мы знаем, каким светлым человеком была Надя. Честным, принципиальным, нежным. И теперь ее нет. Да уж действительно, Господь забирает самых лучших. Убийца! Убийца! Да. Прощай, Надик. Веденский Николай Петрович? Да, а чем, собственно говоря? Да особо ничем. Хотел с вами побеседовать по поводу Тереховой Надежды. Я знаю, что у вас был какой-то конфликт. О чем? Я не знаю, о чем вы. Послушайте, мне кажется, глупо отрицать очевидное. Надежда Терехова увела у вас ценных сотрудников из агентства. Вы на что намекаете? Я не понимаю. Ну да, я злился на Надю. И что? Хорошо, я объясню, что. Где вы были 4 дня назад вечером, в день убийства? Ну, знаете, вы что, меня в убийстве обвиняете? Нет, это уже слишком. Я не буду отвечать на ваши вопросы, извините. А мне? Я Барышев, Следственный комитет. Я вам, кстати, 1000 раз звонил, почему вдруг не поднимаете? Чего вы там сбегаете-то, да? Ну, я занят был, понимаете. Мне, кстати, очень сложно интересует ваш ответ. Дома я был, в Калининграде. Здравствуйте. 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 А кто-то может это подтвердить? Жена. Слушайте, вы что, мне тут допрос устраиваете? Нашли время. Я вообще-то приехал проститься с коллегой, а вы тут, а вы устраиваете тут черт знает что. Ну, это не черт знает что, а вот продавщица говорит о том, что в день, когда Надина была села с Тереховой, мы заходили к ним в магазин. Ну, что тут скажешь? Да, я в тот день был в Сосновке. Я хотел предложить ей вернуться ко мне на очень выгодных условиях. Я бы отдал ей половину акций, чтобы она стала совладельцем. Ну, понимаете меня? Но я опоздал, опоздал. Понимаю, да. То есть вы думаете, что я в эту чушь поверю, правильно, да? А что, если мы сейчас заведем на вас дело? Успокойся. Какое не дело? Здесь основки, а у нас там какое управление. Дело? Барышев, успокойся. Что за бредовое обвинение? Да. Это бредовое обвинение? Тише, да. Тише, Барышев, пожалуйста, иди сюда. Что такое? Даже если у него тараканы в голове, он же не идиот. Он не будет после убийства шататься по Сосновке. Смысл? Ты видел его морду? При чем здесь морда? Что по поводу Шаповалова? Хоть что-нибудь есть? На, почитай. Я, кстати, с тебя скоро буду зарплату требовать за это дело. На! Саш, сейчас, извини, я задержусь. Да, хорошо, конечно, оставайся. Если нужно меня, Мошкин подвезет. Познакомься, пожалуйста. Ну, конечно, Мошкин. Мошкин наш вездесущий репортер. Алексей,
Мы с Надей фактически напарники были. Она статьи в нашу газету против Капкова писала, я их фотографиями иллюстрировала. Пока. Пока-пока. Серега.